будущие первоклашки явились к нам поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Здравствуйте, дети! Кто в восьмом ряду сидел, кто внимательно глядел, Сиус Пелотис молчал, мэр всем грамоты вручал, праздника обеспечивал, дело было вечером. Быкозы зажгли софиты, в зале полный был аншлаг. Тут сказал ребята Миша, просто так. А у нас в поселке газ, а у вас? А у нас газопровод, вот. А у нас дают по планам газопровод к декабрю. Он вообще-то свяжет страны, я вам честно говорю. Мы его продолжим сами, только вырастим слегка. Но своим уже считаем праздник день газовика. Время даром не теряем, приучаемся к делам. А сегодня поздравляем наших пап и наших мам. Холод не пугает нас, это раз. И жара нам не страшна, это два. И коррозия в-четвертых наши трубы не берет. Ведь электрохимзащита бережет газопровод. Слесеньки сказала Лола. Эхэзэ, что тут такого? Вон, чтоб знали все, у Коли папа в службе стройконтроля, а у Лены и у Васи обе мамы в Автогазе. Мама Миши там эколог. Эхэзэ, что тут такого? Вот у Толи и у Веры мама с папой инженеры, а у нас имеет вес оператор ГРС. А без папиных расчетов газ по трубам не пойдет. А без мамы программиста вся система упадет. Управляет всем программой, а ключи от них у мамы. Очень важен папа Светы, охраняет он секреты. Но с ребятами он прост, задавай любой вопрос. Если фазы замыкают, если рвутся провода, все проблемы разрешат. Энергетик без труда обогреет всех на свете. Добрый папа, энергетик. Всех важнее, сказала Рита, на работе аудитор. Всех проверит, исцелит. Старый добрый аудит. Кто следит за пульсом трассы, газа знает, вкус и вес. Это может папа Стаса, он диспетчер ПДС. В соответствии с законом проведет дела юрист. Обеспечит электронно платежами финансист. Человек к земле привык, в небесах летают птицы, но антенчик, мечтовик высоты не пугается. Валентин сказал, что связь не дает нам всем пропасть. Связь рулит Вален папа, чтобы связать восток и запад. Начисляет мамам папа бухгалтерия зарплату. Круглый год и днем, и ночью газ в трубе стремится вдаль. Папа наш трубопроводчик, лично знает магистраль. Много сложного в машинах, разобраться интересно. Это может папа Нины, потому что папа слесарь. Папа мой водитель ас, хоть куда доставит вас. Конкурентные закупки — это вам не ерунда. Мама на работе сутки пропадает иногда. А поставки материалов, как же строя без металла? Чтоб трудились без опаски, чтобы все ходили в касках, без страховки никуда, есть охрана для труда. Это дело папы Гали, целый день он этим занят. Тут воскликнул Миша громко, спорить не о чем, ребят, ведь Газпром, Трансгаз, Эстомска – это дружная команда. Все профессии важны, коль работа для страны. Наши папы, наши мамы знают все о них. О них в «Газпроме», а в команде главный самый – это дядя Анатолий. Он почти что космонавт, и фамилия Титов. Он в «Каз»
космических масштабах брать ответственность готов. Чтоб сильней была Россия, чтоб гордилась вся страна, магистрали наша сила даже в космосе видна. Дорогие папы, мамы, мы спешим поздравить всех. Пусть всегда и непрестанно вам сопутствует успех. Вы работайте спокойно, мы не будем огорчать. По своим предметам школьным будем знания получать. Чтобы стать, как вы, большими для больших и важных дел, чтоб еще Трансгаз стал шире, стройка стройки не предел! Вот такой первоклассный привет из самого будущего от детей ваших коллег, дорогие друзья. Спасибо за ваши аплодисменты. Ура! Thank you.